1957 году в небе Земли появился первый советский искусственный спутник. Началась эра освоения космического пространства. Вслед за этим первым разведчиком космоса в небе Земли появились летающие лаборатории, второй и третий наши спутники, а потом и другие. Он должен был впервые понести научную экспедицию в большой космос. Но вторглось неожиданное. Десятки миллионов километров уже отделяли Рену от нашей планеты. Приборы сообщали, что жизнь маленькой путешественницы протекает нормально, и самочувствие у нее отличное. Рена была там, куда еще не проникало ничто живое. Первая ступень отошла. Они посылали на Землю сообщение о движении воздушных масс в атмосфере, позволяя точно предсказывать погоду, следили за движением судов в океанах, превращали энергию Солнца в электричество для Земли и Луны. Да, это были метеориты. Был солнечный спутник, запущенный с Земли много лет назад. Расчет был абсолютно точен. Мне оставалось только включить передние двигатели, чтобы уравнять скорость и развернуть ракету вокруг продольной оси. Несколько секунд мне удалось благополучно принять лабораторию в транспортный отсек.